У детской областной больницы парковаться нельзя. Так было с самого начала с введением медучреждения в эксплуатацию. И пациенты об этом знают. Тем не менее, когда в самый ответственный момент вдруг лишаешься автомобиля, по меньшей мере становится неприятно, говорит Татьяна Кутузова. Данное действие можно назвать беспределом. Так как, выйдя из больницы, мы испытали легкий шок, нервное напряжение, не найдя наше транспортное средство. В машине у нас оставались личные вещи, ребенка, наши документы, справки. Поняв, что машину увез эвакуатор, семье Кутузовых пришлось выложить почти 2000 рублей. Это штраф за парковку в неположенном месте и оплата пребывания авто на штрафстоянке. Конечно, ситуация абсурдная. Если поставили знаки, так сделайте альтернативу для посетителей больницы. Делайте парковку, чтобы они могли парковаться и не думать, что они будут возвращаться потом обратно к машине, а машин нет. Знак «Парковка запрещена» на углу рядом с Институтом экономики и торговли есть, а значит, инспекторы ГИБДД вправе выписать протокол и машину эвакуировать. Справедливорос Руслан Перелыгин говорит, таких обращений к нему поступает масса, и все просят как-то разрешить ситуацию. Необходимо отнестись с пониманием, потому что в большей степени здесь паркуются люди, которые приехали не только из города Орла, но и Орловской области с обращениями к врачам. Потому что они и так уже испытывают стресс, потому что ребенок болеет, они находятся еще в очередях, ждут. Понимают всю критичность ситуации и в самом медицинском учреждении. За моей спиной это еще не очень много. Потому что дети пошли на каникулы, уехали в деревню, уехали в лагеря. Травмы есть, но не такого объема. Обычно здесь вот стоят вот как в два ряда, и проехать сюда практически невозможно. Ситуация станет еще сложнее, когда в строй введут новый параклинический корпус. Там парковочные места тоже не запланированы, говорит директор больницы. Однако выход нашли. Значит, вот нечетная сторона улицы 7 ноября будет знак висеть. Стоянка запрещена. Движение одностороннее будет с улицы Салтыкова-Щедрина на Октябрьскую. Отсюда заезда не будет. А газон, который планировался и уже есть перед новым корпусом больницы, станет парковкой. Вместо него появится 60 машиномест. Виктория Юркова, Сергей Руднев, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».